Всем привет! Я опять на Рейне, буду пытаться ловить какую-нибудь мирную рыбу. Погода суперская, немножко ветерок, не жарко, нормально. Место так ничего. На кукурузу буду ловить и на червя. Я думаю, что плотва будет так и так клевать, но посмотрим, какая еще другая рыба будет поклевать. Ладно, всем пока, ждем какой-нибудь рыбки. Thank you.
Ну что, такой угорь клюнул. Неплохой, 76 сантиметров. Вообще-то хотел сегодня просто мирную рыбку половить. Но иногда не приходится выбирать. Хорошая тоже рыба. Угорь. Просто классный. На червя.